Сотрудниками госавтоинспекции Артемовского совместно с представителями общественного совета, администрации Артемовского городского округа отделения по вопросам иммиграции и врачами Артемовской центральной районной больницы было проведено профилактическое рейдовое мероприятие, в рамках которого на первом километре автодороги регионального значения Артемовский-Зайково сотрудники госавтоинспекции останавливали автотранспорт для проверки. Целью проверок послужила профилактика нарушения действующего законодательства в сфере перевозки пассажиров автобусами, соблюдение требований правил дорожного движения в части осуществления перевозки грузов большегрузными транспортными средствами, профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий. В ходе мероприятия также осуществлялась разъяснительная работа с пассажирами автобусов по использованию ремней безопасности и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Проверялось наличие средств индивидуальной защиты, масок, отметки о проведении дезинфекции салонов автобусов перед выездом в рейс. В случае выявления граждан без масок представитель администрации Артемовского городского округа разъясняла недопустимость нарушения правил масочного режима. Если у гражданина отсутствовала маска, то ему ее выдавали. Медицинские работники Артемовской ЦРБ осуществляли проверку водителей автобусов и большегрузных автомобилей на утомляемость. Проводились замеры артериального давления. За время проведения рейда было проверено и осмотрено 25 единиц транспортных средств. Выявлен ряд нарушений правил дорожного движения, из которых нарушение правил проведения предрейдового контроля технического состояния транспортных средств, нечитаемость государственных регистрационных знаков, правила пользования ремнями безопасности. В рамках работы, направленной на соблюдение требований действующего законодательства субъектами транспортной деятельности, составлен и отправлен по территориальности один административный материал. Также со всеми водителями проведены профилактические беседы по соблюдению правил дорожного движения. Контроль за режимом труда и отдыха, перевозки пассажиров сверх количества, предусмотренной конструкцией транспортного средства. Организаторами профилактического мероприятия водителям вручались цветные памятки «Не спи за рулем». Со своей стороны, в рамках рейда заместитель председателя общественного совета отдела Министерства внутренних дел России по Артемовскому району осуществлял контроль за действиями сотрудников дорожной полиции. Беседовал с водителями с целью выяснения противоправных действий со стороны сотрудников полиции.